Итак, всем привет. Я вообще не думал, что я буду сегодня записывать Сакрац, потому что у меня что-то сегодня вообще не идет. Запись никак. У меня в Андромеде там не очень все хорошо было в первой серии. А вторая пока что еще не вышла. Ну, она загружена, но она в другое время выйдет. Там уже получше. Видимо, это с общим, как сказать-то, состоянием связано. Короче, я, ну, почитала. Не знаю, подписчик, не подписчик, ты знаешь, кому я обращаюсь. Короче, я вышла из этого леса. Это было адом. Поэтому мы направляемся все-таки, куда мы там направлялись. Все-таки нам сюда надо. Короче, надо... Идем по этому, по сюжету. Нахер, нахер любопытство, это не то. Это вообще не та игра просто. И прям вот искренние извинения за прошлые три серии. Я не знаю, что я там такая дохлая. Но как-то вот что-то не пошло. Либо от Сакрада уже устала, либо, я не знаю, или от жизни, я не знаю. Сегодня я вообще злая, как не знаю что. После двух серий Андромеды я просто заснула нафиг, просто... Это как усыпальня, при том, что я просто устала. Ничего такого. Короче, мы идем по сюжету. Я задолбалась оттуда выходить. Скоро начнется большая резня. Всем того, что туда зайти было большим достижением. Дайте пройти, пожалуйста. Я не буду с вами драться. Это что это в этой игре бесполезно. Это... Точнее, даже в этом дополнении. Больше, наверное. Звук такой, как будто вот вибрирует. Кажется так. Но это кажется. Вот серьезно. Если бы не стримы одной моей знакомой, я бы, наверное, уже загнулась в унылье. Да, я понимаю, что у меня звук отвратительный, да. Особенно на играх Сакрад, Андромеда, Госпиталь. Все, что я пишу в Shadows Play, оно звучит отвратительно, я знаю. Сейчас не сделать не могу. OBS я как-то, ну, я его когда-нибудь скачаю, наверное. И познаю дзен когда-нибудь, но это будет не сегодня. Давай, пожалуйста, не стои на месте. Так. А как нам теперь выйти? Так, теперь мне кажется, с ними драться придется, потому что я тут их скопила. В этом районе мне не стоит бояться врагов. Так, ладно. Сейчас они там подохнут. Хрена мы тут собрали просто. Просто понасобирали. Ох ты ж боже. Ну лучше с ними даться, чем с друидами. Это... Хрена тут просто. Я еще доберусь до тебя. Я бы не прочь, но больше нести я просто не в состоянии. Я что-то склоняюсь, что я, наверное, возьму доспехи. Для этого нет места. Моим безбожным недругам недолго осталось разгуливать по этим землям. Я же Серафим, а не вьючный мул. Трус. Охренеть просто. Так, возьми что, все, что можешь, места короче. Больше нет. Больше мне не унести. Шлем командира. Мы можем посмотреть, что это такое. Ой, да, у нас же тут шлем. Моим врагам недолго осталось веселиться. Скоро начнется большая резня. Так.
Нет, ну с этими врагами-то я еще совладаю. А там что-то прям... Там что-то прям жопа. Так, а как правильно теперь? Так. Ну, по идее, через этот город, да? Хотя бы как-то вот так вот. Ладно, пойдем. Ой, укатилась куда-то. Пардоньте. Здесь мне нечего бояться. Чтоб вы понимали, я уже, наверное, месяц, наверное, короче, ем два раза в день. Короче, у меня вообще какой-то дикий нервоз, которого не было никогда вот в жизни. У меня всякое было в жизни. И при том, что у меня, короче, то одна причина, то какая-нибудь другая причина, короче, у меня голова отпадает от самой себя. Так, подожди, а как? Я ведь как-то туда пришла. Места больше нет. Завалора, блин. Шершни. Так, подождите, ну я как-то же... Наверное, как-то... Прыгнула, скорее всего. Да, прыгнула, скорее всего. Да идите в задницу, ну просто... Но как теперь выйти отсюда? Это будет интересно. Что-то мне это не нравится очень сильно. Как? Как мне отсюда выйти-то? Как же они раздражают, это просто. Хорошо, они хоть дохнут, как мухи просто. Я даже предположить не знаю, как, короче, теперь как отсюда выйти. А, бляха. Как-то ведь я перепрыгнула сюда. Не подумав, конечно же. А, вот тут есть. Окей. Идите в задницу, пожалуйста. Так. Нет, так не получится. Дайте пройти, да что ж такое-то, а? Ты дура или как? Баги, как же я люблю баги! Хотя сегодня от этих багов я немножко устала морально. То вон драмеди, у меня там все по одному месту пошло. Серьезно, как мне теперь вернуться? Грязь. Кругом одна грязь. Я даже предположить не могу, как. Какие сюрпризы? Это странно, но ладно. Было одно. Само собой решилось все. А как бы не имея вот этого вот навыка,
как вот с этим говном совладать просто. Там есть человеческий какой-то спуск. Я что-то даже не знаю. Как-то подозрительно это все. Так, в принципе, они безобидные уже. У них тут тоже какая-то вражда между самим собой. Дайте пройти! Ну, я вот даже удивлена, что мы это решили за 11 минут. Ну, плюс, может, минут 10 я еще пыталась выбраться из этого леса. Это жесть, конечно. Какие же они мерзкие. Это что за... Ха, самое время выкинуть из рюкзака ненужный хлам. Что-то я сомневаюсь, что это мое. Гном. Окей, гном. Она прям намеренно не хочет брать эти. Мак. Опять через тот лес. Но я как вспомню просто. Боль и страдания. Так, нам все равно просто наверх надо идти. Почему в Underworld'е нету порталов? Это же ужас какой-то. Underworld компания просто... на выноску мозгов. Я ничего плохого не хочу сказать, но... тяжело что-то. Так, не сюда. Думаю, сюда. Так, а куда? Вот не хочу я просто драться намеренно и все, не хочу. Так, до этого леса будем еще что-то сколько идти. Так, не то. Так. Как мы так пошли? Ты что, вообще понять не могу. Так, а как в эту дорогу выйти-то теперь? Время умирать! Как-то так, что ли? Да ни хера подобного. Да ты ебись. Так, это все равно через город получается все равно идти. Или как? Он просто вот называется выйти вышли. Да отвалишь ты. Так, мы даже в город зашли как. Надо. Хоть как-нибудь это. Так, что у нас тут? Это слишком.
свою хотела. Угу. Так, ладно, пусть пока лежит. Я не знаю, что с этим всем делать. И это пусть лежит. Пусть. Неплохое кольцо куда-нибудь вставить, но что-то. Это не для меня. Извини, да, я не ту кнопку нажал. Так, магазинчик. А, я думала, я не дойду никогда. Длинный день. Защите меньше. Так-то оно вроде неплохое. А у нас с этими лесами. Так, что у нас тут есть? Серьезно? А почему она хуже по вообще всему? Так, мы дошли. Так, а теперь нам нужно наверх. Водище просто, конечно. Какой у нас там уровень? 53. Пойдем. Давай. Золото даже валяется. Неоднократно проходили, скорее всего, уже. О, золото. Так. Давай. Так. Ой. Как туда пройти? Ох ты ж, боже мой, так. Ну как бы... Сраный лес. Короче, не знаю пока что. Ну, пойдемте. Хоть как-то. Тяжко что-то идет. Прям тяжко. Правильно иду, неправильно. Уже не знаю. О, это вот же. О, какие же у меня воспоминания там хлынули-то.
Так, допустим, ладно. Тут же тоже жесткие ребята есть. Причем очень прям такие нормально жесткие. Там можешь сдвинуться. Уже надоедать начинает. Так, ладно. Это знак, что надо их истребить уже. Да блин. Вот как? Типа, куда идти-то? Нет, вообще не так. Так. Ох, жесть. Я просто не понимаю, как туда попасть. До меня не доходит просто. Давайте через город попытаемся. Но я что-то не понимаю, просто реально. И задницу просто. Тяжело что-то. Я ни хрена не вижу. Вот не понимаю. Идите в задницу, ну просто сколько можно, просто. У меня просто уже просто терпения нет. Так через город это как? Где здесь вход-то не дошли чуть-чуть. Умри! Ой, ты тут хочешь подерись? Я что-то с ним драться уже. У меня просто уже моральная усталость от этого. День записи какой-то просто. Через жопу немножечко. Ну да ладно. Че, не знаю, правильно иду, неправильно. Но рано или поздно к чему-нибудь придем. Нет бы сразу пойти по сюжету. Нет. У меня были силы на любопытство, которая меня просто сгубила. Вот, иди в шоп. Так, допустим. Идем, идем. Ой, вот эти же, господи. Опять они. Квартийцы. Вот кто они вообще такие? Ну. Молодец. Вообще получится ли таким способом пройти, потому что... Ну тут есть проход. Осталось понять, как туда добраться. Да, в Underworld просто количество врагов с
зашкаливающие. Это просто ужас. Ну, вроде бы пришли правильно. Портук. Я разрублю тебя на куски. Какие в этом враги районе магическое просто оружие мне не поможет. Может, ты колданешь сегодня? Спасибо. Свобода, наконец-то, как ты вовремя, эти клещи, больно, больно, но сейчас все хорошо. Портук на свободе и ни слова не сказал про сопротивление, ни слова, ни слова, все хорошо, господи. Мы там тоже были. Так. Пусть будет подвижность. Так. Описание вот этого вот, это... Владение мечом. Ну, это вообще бесполезное парирование или доспехи. Возьму доспехи, насрать уже просто, вот просто. Типа она дает сопротивление. Что значит помехи? Вот когда я в первую эту версию играла, там как-то более понятно это все было. И это вот не пришей просто, как они это. Так, окей. Все, мое любопытство исчерпалось, поэтому мы идем по сюжету. Надоело. Просто надоело. Опять из... Так. Слава богу, у нас тут все обследовано. Потому что я дотошный игрок. Дотошный. Тем более в эту игру. Любую, в принципе, в какой я играю, я дотошный, предотошный. Ты слишком долго был лидером. Господи, ну они жестокие уроды. Кого-кого? А, так, тут еще... Да. Че, он все равно выбранит. Так что... Пойдем. Пойдите сюда. Ой, нет, нет, нет. Удар, да, да, да. Ой,
Я просто что-то все равно не понимаю. В чем у нас там смысл вообще? Зимнищий ад. Подожди, я там была? Да, я там была. И как нам пройти? Я что-то не понимаю. Подожди. Так, вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот. Потом просто вверх. Жесть. Так, ладно. Идите в задницу своим валором. Так, я что-то как-то иду. Не по плану. Я надеюсь, он не умрет. Потому что мне вот это вот вообще просто. Ну, вроде бы нет. Ладно, надо остановиться. Что-то как-то это... Сила тебе не поможет. Срань. Да? Я даже в неизвестные места уже залазить не буду. Уж больно это. Больно. Так, подожди. По дорожке. Пойдем по дорожке. Это прям хардкорно вообще, конечно. Твоя кровь принадлежит. Блять. Извиняюсь. Просто до этого не умирал, а тут решил умереть. Чё вдруг-то? Объясните мне. По какой причине это происходит? Мне это уже надоедать начинает просто уже. Захотелось умереть просто вот. Хочу умру. Вот реально каждую секунду тут сохраняйся. Это же ведь жесть полнейшая. Лечить я его не смогу каждую секунду, у меня сука зелий нет просто. Ты слишком долго был лидером. Как он... Это вообще реально, нет? Я не смогу его спасти. Это невозможно. Просто физически невозможно. Что я могу для тебя сделать? Так, идите сюда. Только если с БФГ опять пытаться проламываться. И то я не уверен, что это поможет. Жуть, конечно. Потому что оно не до такой степени сильное, чтобы... Оно могло быть посильнее, конечно. Давайте тогда поверху как-то. Я фиг знает. Я разрублю тебя на куски! Блин, если бы он не дрался, не стоял на месте, как идиот, было бы куда... А,
я не могу. Подождите, как лучше сделать? Я даже не знаю. Как пройти? Ведь как-то можно пройти без этого всего идиотизма. На другой слот. Водище, конечно, просто. Я не знаю, обязательно этот персонаж или нет. Лучник из тебя херовый, Серафима. Очень херовый. Что такое? Я хочу видеть кровь. Неплохо. Если бы я взяла, конечно. Но в этом смысла нет. Брать ей еще навык этого. Господи. Как называется там? Меч. До такой степени все плохо уже, короче. Мне то, что это вымотало в край уже просто. Так, туда нехорошо. Блин, а как мимо этого места пройти? Никак. Эта дура еще в упор будет подходить. Да что же идиотка-то? Момент кринжовый, конечно. Бля, у меня еще не закончилось все, да? Ой, блядь. О, бля! Шансов нет, он сейчас сдохнет просто. Что такое? Нет, как-то нам удалось вообще просто. Осталось дойти тут. Ну, как сказать? Это довольно-таки путь долгий. Главное не наткнуться на самых просто вот имбовых тут. Что здесь это жуть полнейшая. Я не знаю, зачем я его спасаю ценой своих нервных клеток, но просто я не знаю. Я никогда не проходила эту кампанию. Я не знаю, нужны... Блядь. Ну, пробуем, чё. Еще прокачать БВГ надо, кстати. Можешь вот с этого места взять и стрелять? Время умирать! Заходи! Так они ничем не отличаются, в принципе, от гоблинов. Да, блин, вот эта срань. Вот в ней опасность, в этой срани просто вот. Я буду так ее называть. Там они с кем-то дерутся. Жопа, конечно-то. При том, что мы почти добежали. Ненавижу, когда дают NPC, которых нужно довести ценой жизни их. Ой, блин. Так. Нет, там цветки, кстати, и эти, они, по-моему, не сильно безобидные. Они просто на вид... Потихоньку пробежим. Жуть полнейшая. Так.
Вечно еще провод застревает, не пойми где. Можно же было вылечить его, конечно. Но... На. Ой. Самое главное активировал, само забыл об этом. Все нормально. Можешь это? И что тебе нужно? Что за было? Что это было? Так, сколько там осталось? Давайте встанем сюда. Ой, господи. Ты ж сегодня все игры-то очень тяжело идут. То в Андромеде у меня какая-то там жопа случилась. Ну там больше непонятка была, а я не люблю, когда мне непонятно. Так, либо ты, Портук, перестал быть идиотом. Просто что-то как-то его перестали бить. Эта игра какая-то неадекватная местами. Не буду рисковать, там еще может быть много чего интересного. И мне себя прокачать надо, потому что сейчас что-то как-то это... Нещад. Тук-тук. Хрена се. Моли богов даровать тебе прощение. Прикольно. Ты умрешь. И чё теперь? Да вы серьёзно, что ли? Опять с ним тащиться чёрти куда? Это же жесть, конечно. Долбануться просто. Так тяжко, так за что? Что я вам такого сделала? Просто, ну, вот серьезно. Жуть. При том, что здесь, хоть я здесь и была, но здесь же такая система дебильная. Они же обновляются. С... Это этот что ли? Орёт. Вот почему он дерется вообще? Скажите мне. Это же реально NPC, который нужно просто отвести. Если бы он не дрался, мне просто было бы офигительно бы хорошо, просто. Блин, а тут же реально по лесу. Весь лес за... Тут, по-моему, они как-то делятся, что ли. Ой, ну эти змеи, это вообще... В принципе, херня, херня. О, жуть. Так, ладно. Жуть, жуть. Вот. Так, это был... Так, я надеюсь, я успею убить его, пока она тут в Sailor Moon превращается.
сохранять в нем жизни просто. Любому боссу просто позавидуют. Тут, в принципе, кроме него нет таких особо прям, ну... Так, там прям сборище, прям сборище. Я до лагеря дойду, и все, мы закончим. Это прям какой-то вынос мозга. В принципе, и по времени будет так же. Нормально, в принципе. Еще бы знать, меж кем они там меж собой дерутся. Одна грязь. Время умирать. Звук БФГ куда-то делся. Но я уже это... Не пофигу. На такое. Так. Вот мы идем. Так, ну, относительно, конечно. Шуть полнейшая. Весь путь занимает 5 минут, но из-за того, что я как-то не рискую просто пробежать. Что этот идиот? Ненавижу NPC-идиотов. Меня прям с них парят просто. Что происходит? Может, мне удастся как-то просто избежать этого? Нет, не получится. Так. Время умирает. Скоро ты встретишься со своими дружками, но уже в другом мире. Ты иди сюда, тварь! Время умирает. Да убейте его кто-нибудь, ну просто, а! Богов даровать тебе прощение. Идиот, просто. А, это Вилья, что ли? Ой. На Вилью насрать вообще просто. Вот если она умрет, я тут уже просто брошу игру нахер. Я больше не могу просто. Просто такое количество... нервов. Вот эти учились. Черепахи. Не знаю, как надо. Хорошо, они еще как-то нападают на... Бля. Слишком много врагов. Очень много. Это просто какой-то трэш. Путь, который можно было, я не... Где мы находимся? Ну, в теории. Ах, в теории. Ну давай, господи, давай быстрее, пожалуйста. Объясните, зачем мы ему дали вообще возможность? Не получится избежать. Ты, тебя еще и... Я даже была бы не против, если они там использовали бы мой этот, ну, рюкзак, чтобы они лечились. Мне было бы плевать, лишь бы они просто, ну... Что
Что я могу для тебя сделать? Мы этот путь очень долго будем идти просто. Потому что это жопа просто полнейшая. Странно, что он решил подраться. Окей. Ну вот попалось, если может быть. Просто вы что-то прям перебор какой-то сделали. У обычной Анкарии было, короче, дохренище просто. Под конец. Блин, что-то я это... Так, стоим. И не рыпаемся. Давно не сохранялись, это опасно. Вот, конечно, анимация Sailor Moon просто вот когда у тебя нет такого количества времени, это не очень практично было. Сука! Ты за все заплатишь. Ты сейчас сдохнешь просто у меня. Так. Блять, да как вы меня задрали просто. Не подумайте, я как-то не сильно матерюсь, но... Хотя позволили ей превратиться в Sailor Moon. А, они выжидали все это время, серьезно? Кстати, очень удобно. Что даже такое? Иначе бы мы сдохли просто с этой толпой всей чужих. Пожалуйста, уберите меня этого персонажа. Я не выдержу просто это. Я терпеть этого не могу просто. Давай. Тут вроде бы уже эти махвы. Это они, по-моему, уже не очень. Чё они как эти орут? Давайте мы тут посидим. Я прям осторожничаю ужасно, потому что это жесть. Это жесть. Довести кого-то до точки — это самое сложное задание просто. Ой, давайте мы просто пробежим, ну просто... Блядь. Что-то я раз это вот... Ой, блин. Что-то как-то вот... Ты издеваешься, да? Понятно. Где было последнее? 23. Толпануться. Как же меня это раздражает. Как он успел сдохнуть? Просто как? Я вот не могу, меня морозит с таких персонажей. Это отвратительно.
Или это баг очередной? В чем я не удивлюсь уже. Передавай друзьям привет! Скоро буду! Что такое? Что такое? Да, иди! Не могу, как они меня бесят. Вы охренели или чё? Самый, по-моему, паршивый вид врагов, который эпичненько сдох. Время умирать. Блин, чё ж ты такой придурок? Было не обязательно убивать, конечно, но... Чтобы уже нет. Блин, 5 метров добежать осталось. Я никак не могу добежать. Глюки-то, вот не могу я уже с этого. Давай. Тут 5 метров, но я не знаю тут. Апокалипсис вот эти 5 метров может произойти. Я скоро доберусь до цели. Охренеть, просто. Плевать. Я уже просто не могу. Хотя нет. Блин, я ради чего утащилась здесь столько времени просто. Блин, почему их нельзя просто оставить, чтобы они стояли и не рыпались? Те, конечно, просто. Нет, я что-то думаю, что я брошу эту игру. Время умирать! Может, он не заметит как-то? Почему он лезет в драку? Он идиот, что ли? Не могу понять. Ой, плевать. Вот серьезно, я уже не могу. Его спасти? Я не знаю, как его спасти, если честно. Идиоты не спасаются. Как тебе сказать, чтоб ты не лез в это говно? Как тебе сказать об этом? При том, что в первый раз у нас почти даже получилось. Это как, а как вообще получилось? Да иди ж ты нахер, а! Я разрублю тебя на куски!
Ну давай, Сейлор Мун-то, господи. Твою мать. Сука, блядь. Меня это бесить начинает просто. Ты можешь выкинешь эту хуйню. Такой дебил, просто я не понимаю, какого хера, ну просто стой на месте, ничего не делай. У меня есть шанс тебя спасти, понимаешь, есть шанс спасти, если ты не дебил. Ну ты дебил, понимаешь, ты дебил. Хрена, я что, у меня получилось даже, что ли? Пиздец. Я простите. Но это сверх был просто. Давайте даже сохранимся. Вот вы меня увидели в гневе, как говорится. Я не знаю, что это за персонаж, зачем его надо спасать. Но это просто... Это просто... Бляха, господи, это только начало было, да? Хотя он лох, в принципе. Почему-то эти демоны в этой игре лохи. Что-то против... Демонов в БФГ такой себе, короче. Так, ладно. Сохраняемся еще раз. Что-то я пока смысла не понимаю в этом всем. А где мы находимся? Да ладно! Я всю Анкарию гадала, как же сюда попасть. Так, секунду, я туда не хочу возвращаться, потому что мне наконец-то дали эту возможность. Господи, нет, подождите. Я прям прощупаю просто. Так, ну, к основанию нет смысла идти. Ой, ну тут-то не так жестко, поэтому, в принципе, можем походить. Пиздец, просто. Твоя кровь принадлежит кровь. Что такое? Я хочу видеть кровь. Я просто мечтала увидеть этот город. Что? Штаны намочил? Гадюка. Прыжок. Я мечтал об этом городе. Ёптать. Блин, ну мне с этим якорем, не знаю, он мне достал этот якорь просто. Ладно, не думаю, что здесь так жестко. Я совсем уже свихнулась. Так, окей. Да это не суждено просто. Просто здесь, кстати, что-то он как-то показывается, что он... Так, да подождите все. Я вам помогу, но не сейчас. А чё у меня денег так мало? Я только сейчас заметила. Я ж богатая была.
Интересно, ладно. Или типа не переносятся деньги из Анкари. Я просто даже что-то не смотрела. 239. Посох маг. Просто жуть. Так, а где у нас... Так, я даже сохранюсь. Ой, я даже успокоилась, господи. Чуть-чуть. Это типа это? Давайте БФГ прокачаем. Так, раз, два, три, четыре, раз, два. Три, четыре. Как она выглядит? Так, сейчас она у нас сносит 760. Это, конечно, муторно таким образом, но что поделать. Почти 1000 даже. Там еще у меня что-то осталось. Можно еще. Вещь так крутая и нужная. Просто я не понимаю, когда ты играешь за Анкарию, нахрена показывать, что это место существует? Я облазила тогда, не помню, сколько времени просто. Так, тут куча заданий всяких. Я прям соскучилась по такому... Ну это ж мы типа вернулись в Анкарию, получается? Или как это вообще работает? Так, ладно, там сверху было задание, надо снизу, да, сверху начинать. Ребенок из пустыни. Как бы пустыня, она... Ну, думаю, тут нет смысла. Так. Ой. Найди и убей восставшего из мертвых мага. Восставший из мертвых маг уже долгое время наводит ужас на наши земли. Он живет в каком-то темном углу кладбища, где никто не может до него добраться. Может быть, у тебя хватит сил сразиться с ним. Я берусь за дело. Кладбище. Пойдем на кладбище. Прям соскучилась я по таким заданиям. Мне Underworld просто измотал. Чистый Underworld — это просто по нервам. И чё там за жуткое? Понятно. Так, сейчас зайдем. Здесь мне нечего бояться. По сравнению с каким адом мы... В принципе, они лохи. Просто. Я по ним соскучилась. Не знаю, как вы. Через такое нервное потрясение просто. Так. Они просто реально лохи. Если бы он не дрался, этот придурок, было бы еще лучше. Вот. Но мы знаем же, он все равно будет драться. Так, иди сюда. Ну блин, ну они же такие шикарные, господи. Я думала, я вас не увижу. Что такое? Ш-
шикардос просто. Я так соскучилась по вам. О, господи. Каждый раз, когда я узнаю что-то новое, я забываю что-то старое. Логично. Здесь покоятся покрасневшие глаза Хельги и ее клавиатура. Сочувствую тебе, Хельга. В этом районе магическое оружие мне не поможет. Ох, какие же они лохи, я прям соскучилась. Если хотите послушать мои стишки, я забью вам могилку рядом с моей. Прекрасно! Гоблины здесь гоблины, там гоблины повсюду. Он был отцом четырех людей, которых локализовали Сакрет. Он разбил себе голову и теперь покоится здесь. Ох, Алла, почему ты не родил пятерых? Не знаю, почему, но смешно. Он размахивал мечом и топором, но какой-то мерзавец сразил его факсом. Так. А чё, оно длинное тут, да? Местечко-то это. Я же тот еще задрот. Я просто не думал, что мне эти зелья вообще пригодятся. Я думал, я их больше не увижу. Этих няшек. Так, живой мертвец. А чё как долго-то? Это такое местное кладбище такое. Мозг как компьютер. Если в него загрузить слишком много, он может зависнуть. О, это прям про меня. Если слишком часто говорить правду, то в конце концов тебе перестанут верить. Вообще правда жизни просто. Вор уважает чужую собственность, просто он считает, что с ним ей будет лучше. Живым я не сдамся. Чем больше забираешь, тем больнее падать. Так. А чего у нас тут за тусня? Ну ты стоишь посреди. Угу. Ты умный чел просто. Били я хотя бы. Мне кажется, этот персонаж просто боганутый. Тут есть у меня ощущение какое-то. Разница между гениальностью и глупостью состоит в том, что у гениальности есть пределы. Я человек в футляре. Блин, нифига, моя мечта сбылась. Можешь бежать, можешь прятаться, но от смерти все равно не уйти. Заходит гном к разработчикам и говорит: «Вы это чувствуете? Отвратительно. У меня мурашки от одной только мысли об этом. Кругом баги». Ты прям по... тонкому льду идешь просто. А что здесь как бы пока? Ну как бы все, пошли. Пошли осчастливим персонажа, кому это надо было. Так. Блин, я реально так соскучилась просто. По этому всему. Это так круто просто. Я готова даже 2 часа здесь провести. У мертвого мага не было против тебя ни шанса. Наконец-то мертвецы смогут спокойно лежать в своих могилах. Мы все тебе очень благодарны. Теперь ты станешь еще опытнее. Не, что бы это ни значило. Так. Что тут есть? Там еще как кто-то есть. Волк. Бывший волк. Так.
Ну да, это как бы Анкария. Ой, как я счастлива. Отведи меня на берег пиратов. Ой, это в самую задницу, да? Я уверен, что смогу заработать много золота, если смогу торговать с посещавшими на берегу пиратами. Они лишь недавно прибыли сюда. Им без сомнения нужно множество вещей. Я должен этим воспользоваться, но путь к ним очень опасен. Может быть, ты меня проводишь меня к пиратам? Так, постой. Нет, секунду. Я не могу вам помочь. Постой секунду, там еще кто-то есть. Я отведу тебя. Мне не жалко, но тут какая-то старушка есть. Арцани, умоляю тебя, найди мою девочку. Я скоро вернусь. Я тут, как обычно, играю в Мать Терезу. Так, девочка. Гадюка. Ты Вилли так ржет? Или кто? А реально, а куда мне все деньги делись? Такая музычка пошла. Добродушная. Блин, волки, скорпионы, да как же это прекрасно просто. Ой, склеп, вообще пропавшая дочь, только в склеп может пойти, конечно. Она долбанулась, да? Конечно, давайте. Так, я уже расслабиться успела. Чё они какие медленные? Я просто уже не привыкла, что такие враги бывают. Охренеть, как это прям шикардос. Давно такого кайфа не было. Они такие медленные, просто аж обосраться. Как ты забрела сюда и тебя не сожрали, просто скажи мне. Меня сейчас это выведет просто. Каким образом ты сдохла? Скажи мне, пожалуйста. Вилли, ну ты-то чё? Я разрублю тебя на куски. Ну положите просто скажите мне. Еще за тобой следить осталось? Ну просто, ну что это вот за безобразие я такое? Я разрублю тебя на куски. Твоя кровь принадлежит... Баги этой игры просто... Храбрые ходуки! Она как ты умудрилась сдохнуть, просто скажи мне. Или в Анкаре ты должна умирать. Кстати говоря, я не проверяла такую возможность. Что такое? Ой, птички, даже по вам я соскучилась. Птички. Даже так. Ой, тарантулы. Ты, может, ударишь сегодня? Что такое? Ой, блин, это так шикарно, господи. Кто бы знал, какой мне экстаз сейчас просто. Я готова просто 2 часа играть. Да зайдишь ты. Сейчас мы как эксперимент даже приведем. Она умрет или нет? Ну какая ей разница, в какой мы реальности находимся? Она не должна умирать.
руки, поэтому я разгрузлю тебя на куски. Шикарные NPC, стоящие на месте. И стоите друг друга просто. Блин. Отличный удар, да, да, да. Хороший удар. Попал. Отличный удар, да. Господи, как мы. Что происходит, а? Говоришь, тебя послала моя мать? Пожалуйста, отведи меня к ней. Мне так страшно. Она очень страшная. Это очень страшная пещера. Ну, пойдем. Ой, это вообще шикардос. Это экстаз. Я не устану это повторять просто. Чем дольше я здесь пробуду, тем я буду счастливым человеком. Так, не умирай, пожалуйста. Так, ладно. Я не буду рисковать своей жопой, так сказать. Пойдем. Потому что вы достали умирать, поэтому... Дайте мне удовольствие от этого получить. Я хочу видеть кровь! Блин, такой этот городок такой. Так. Моя милая девочка, я думала, я ее никогда не увижу. Если бы не ты. Ее бы наверняка убили демона. Я навек тебе благодарна. Какая-то тварь на меня опять напала. Так, давайте смотреть. Тут еще что-то есть, нет? Кто-нибудь, в смысле? Только-то тут того отвезти. Ну, вроде как, да. Господи. Давно этих звуков не было слышно. Это же так шикарно просто. Ох, как нехорошо. После такого стресса в что-то прикольное. И уже знакомое обратиться. Так, ну ничего не вижу больше. На. Еще бы продавали бы чего-нибудь сочного. Кстати, бы сменить бы это. Ну ладно. Если что тебе надо. Ой. Как-то фиговато, но разберемся с этим потом. Я как понимаю, сейчас нас отправят в самый низ. Это мое предположение. Пираты где-то должны быть у моря. Мой меч и сила предков придут вам на помощь. Ну да, в самую задницу. А просто поскакать, кстати... Нет, наверное, не получится. Они же тут все смертные практически. Просто вниз отправиться не получится. Я реально не знала, что мы вернемся сюда. Эти ходуки или кто они там, они какие-то ненормальные. Немножечко. Что такое? Я тут реально не прочь почти со всеми, блин, кроме этих. Но они, в принципе, лохи.
Храбрые ходуки! А скорпион пока допрется? Я разрублю тебя на куски! Твоя кровь принадлежит мне! Зажайте! Эликсир здоровья. Драка! Драка! Так, еще долго нам идти? Да нет. Ой, как же это прекрасно. Как же это прекрасно. Какой рай. Ой, господи. Да блин, что ж вы это? Умри! Ой. 54-й уже или 55-й? Я уже потерялась. 54-й. Так. Шикардос. Так. Время умирать! Время умирать! Блин, медленные враги. Я разрублю тебя на пути. Как же это просто, просто, просто. Да мне насрать, что мне не пишут. Не и в играх нормально. Кругом одна грязь. Правда? Пауков здесь не должно быть, в теории. Вот не грех просто. Прям такой кайфец просто ловишь. Чем то, что я сюда доходила. С другой стороны. Блин. Как же это прекрасно. Прекрасно. Храбрые ходуки. Храбрые вы, но тупые. О, гарпия. Твоя кровь принадлежит мне. Прям глоток воздуха. Хотя никто мозг не долбёт просто. После такого стресса просто. Такой релакс. Просто релакс, меня в Анкарию отправят на некоторое время. Как же это прекрасно. Мне просто есть ощущение, что меня сейчас опять туда сгребут, и я не хочу туда. Храбрые ходуки. Ходуки, вы тупые ходуки просто. Взять их. Тупые ходуки. Кстати, герой, который с нами ходит, четвертый, вообще умный парень, вообще. Вообще прекрасный парень. С каких пор он начал разговаривать просто? Пират. Да. Вон там пристань. Я, кстати, с какой-то стороны, по-моему, пыталась дойти даже до нее. Это с этой. И с этой стороны. Да-да-да. Да. Либо... Ой, тут еще кто-то. С кем поговорить-то надо?
А, господи, долблюсь. Благодарю тебя, теперь я смогу вести дела с пиратами, что принесет мне немалую прибыль. Вот возьми этот эликсир наставника. Спасибо. Ой, он этот, что ли? Прикольно. А что еще продаешь? Кстати, ни разу у меня этой фигни не было. Ну, без отверстий покупать ее как-то. Кстати, неплохие кольца. Так, и чё у вас тут? Ух ты ж, какие-то приключения пошли нормальные, наконец-то. Что это? Отнеси 5 эликсиров уничтожения нежити моему брату в лагере пиратов. Спрятанный на острове лагерь пиратов совершенно беззащитен перед нежитью. В результате они... постоянно нападают на обитателей лагеря. Пиратам просто не удается сдерживать нашествие зомби. В этом лагере находится мой брат, которого очень пригодились бы эликсиры уничтожения нежити. Не отчаивайтесь. Я выполню вашу просьбу. А у меня нету, что ли? Раз, два... Блин. Вот жопа-то. Что мне делать? Ой, ёпа. Ёп твою мать. Охереть. А как? Вообще, кстати, а как? Ну, допустим, как бы... Здесь мне нечего бояться. Пиратский корабль. А как туда попасть? Ну как-то плыть надо или чё? Хотя это не та игра, но... А вдруг? Чё-то мне не доходит, как бы. Блин, прикольное всё, но... А чё, как? Как-то непонятно. А тут чё? Так, что-то думаю, надо заканчивать. Что делать, Брутуку? Я разрублю тебя на куски. О! А, на это расчёт, да? Окей. Хотя, может быть, это случайность, но... Вдруг... Время умирать! Да, нет, это, по-моему, запланировано. Понятно. Вернись! Кристаллы какие-то. Это что с гномами связано, скорее всего. Прикольно. Наконец-то я могу сказать, что прикольно. А то меня что-то прям подкосило сегодня. А, это магические эти?
прикольно. А что здесь вообще есть еще? Я разрублю тебя на куски! Время умирать! Я освобождаю тебя! Блин, ну... Прокашка. Ой, только не умирай, пожалуйста. Не сейчас. Вот как она в прошлый раз умерла, скажите мне? Она же не должна вообще просто умирать. Чё-то мне кажется, я зря дальше пошла, но... Я просто посмотрю. Просто посмотрю. Неплохо так. Бездонная какая-то это. Пещера. Крабы. Не, конец у нее есть. Кайф, охотник. Ну тут ничего примечательного нет. А ноги сдохнут, если они не перестанут быть дебилами. О, тут начали попадаться вот такие. Это тоже неплохо. Пруту готов! Что-то нежить новое. Пират. А, пират же, да. Бляха, как же это шикарно. Время умирать. Ты будешь... Да ёб твою мать! Как же этот придурок меня бесит! Ну он реально придурок просто. Других слов нет. Тут ничего нет, наверное, да? Я ж не могу просто так взять и не зачистить. Чем то, что... У меня впервые в жизни появилось желание зачистить территорию просто. Время умирать. Я разрублю тебя на куски. Какой ж ты идиот просто. Надо вылечить его. Ой, как же я не люблю с якорями ходить. Это просто... Что делать, прутку? Шалкам нельзя ничего говорить. Вот сейчас он стоит как придурок. Вроде бы. Я и правда не видела как-то. Вот его вылечишь вроде. Его вроде бы нет. Я даже не знаю. Как-то непонятно все с этим челом.
Ну тут больше нет ничего. Даже мини-боссика нету. Так. Ладно. Сокружаемся и валим, я не могу. Надо срочно от этого якоря избавляться. Но мне сильно раздражает. Ладно, побежали. Кстати, лошадь можно вызвать? Ну да, это же это. Подземелье. Ничего нет, все равно. Ладно, пошли. Удражающий NPC. Ну, вопрос на засыпку. Ну, вот, как бы. И чё теперь? Как попасть? Здесь мне нечего бояться. Я просто пытаюсь понять. Что? Как? Чё-то я не понимаю. Как бы в теории, но... Чё с этим разбираться? Прикольно. Они... Как отнести? До меня не доходит. Ну как-то плыть надо или чё, или как это вообще работает? Как бы корабль. Приспешники дьявола наверняка будут обходить меня стороной. Пока я что-то не понимаю, не сильно. Ведь должно быть что-то. Как? Не, озадаченность. Полнейшей воды озадаченность. Вы меня направили. Как бы вот нарисован. Я не понимаю. Ладно, как бы уже прошло время, не до хрена. Надо, пора заканчивать. Так. Это с вами была Мисс Шепард. Всем пока!